Впереди опасный поворот. Ограничение 30. 10 серия. Москва. Красноярск. Трасса М5. Урал. Серия выходит с небольшим опозданием, с небольшой задержкой, ввиду того, что выполнял маршрут Москва-Крым. Справа по ходу Травники, населенный пункт, он небольшой. Река Кайлга. Впереди левый поворот на развязке. Дорога Месяж. Поездки Москва-Крым. Датакам здорово подвел меня. На привале, на ночевке, при переброске видео на внешний жесткий диск, заглючил. И ноутбук отказался его видеть. Хорошо, что был при мне картридер. Через картридер удалось это сделать, в смысле перебросить видео, но справа по ходу нервы было потрачено на Мерезевский. Довольно крупный населенный пункт. Впереди по ходу чуть развязка. С левой стороны Медведева, населенный пункт, дорога уходит направо. Но по карте не могу рассмотреть, куда. Звягино. Правый поворот. Это развязка на Звягино. Ну и там Колотовка. Ну и так далее.
движение проходит по малооживленному региону, району. Ничего такого серьезного, чтобы привязаться, не вижу. Связь неустойчивая, далеко находятся автомобили друг от друга. Слева по ходу витаминный. Больше ничего не наблюдаю на карте. Да и карта такая тоже не специфическая. Впереди река. Бергиуль. Нет, вру. Бергульда. Бергильда. Интенсивность движения невысокая. Солнце, трасса М5 Урал, в спину, движение на восток, солнце в спину, слева, впереди по курсу Челябинск, но в Челябинск заезжать не буду, уйду направо, на развязку, в объезд Челябинска. Ну вот, навигатор предупредил. Это объезд города Челябинска. Это обходная дорога Челябинска. Обход города Челябинска.
Объезжаем Челябинск, напомню. Челябинск с левой стороны. Объездная дорога Челябинска. Заканчивается день. Свободного места на видеорегистраторе, на карте памяти достаточно. Так, впереди развязка. Значит, дорога А-310. На развязке уйдем налево. На карте только отображаются СНТ, как мне подсказали, садово-некоммерческое товарищество, Дзержинец, Птицевод, справа проехали Глинка, населенный пункт. С правой стороны Челябинская птицефабрика. С левой стороны озеро Синеглазово. Правой стороны поселок Октябрьский. С левой стороны озеро Синеглазово и одноименный населенный пункт. Развязка на А-310. Развязка А-310 и дорога Челябинская кольцевая автодорога. Вот ухожу на нее. Ушел на нее, вернее. С правой стороны озеро Половинное и населенный пункт Заозерный.
Я уже сказал, что с правой стороны населенный пункт Заозерный, с левой стороны в километре от дороги примерно Зуевка. Этот участок дороги называется Челябинская кольцевая автодорога. Кто-то позвонил. С левой стороны поселок Шахты. Это выбираем Шахты, наверное, 44 и населенный пункт Бажово с левой стороны. А с правой Луговой. Поселок Луговой. С левой стороны будет озеро Курлады. С правой стороны озеро Дангузлы. Дангузлы. Заметно, как стало смеркаться. Ну, зима. Световой день короткий. И темнота наступает достаточно быстро. С левой стороны далеко город Копейск. Ну, километров... Далеко это километров 6, наверное, 5-6 километров. Разделительного отбойника не вижу между встречными потоками. Обочина в снегу. Совсем далеко справа Ханжина, ближе к дороге Октябрьской, ну и между ними Фроловка.
с левой стороны город Копейск, ну примерно в 5-6 километрах. С левой стороны по ходу движения Тугайкуль, населенный пункт. Ну, наверное, не видно, на кадрах будет озеро Курлады совсем близко к дороге, но в снегу, поэтому глади озера не видно, все. С правой стороны Березово, с левой стороны по ходу Северный Рудник, населенный пункт. С правой стороны озеро Сыкандык. С левой стороны далеко озеро, населенный пункт Потанина и озеро Шелюгино. Там же недалеко второе озеро, ближе к дороге третье, совсем у дороги четвертое озеро, так называется. И с левой стороны населенный пункт Козырево. Впереди, с левой стороны Козырева, вот железная дорога, с правой стороны СНТ разные, и совсем близко у дороги четвертое озеро. Впереди развязка налево Р-254, с левой стороны будет Вахрушево. Я поверну направо на развязке. Дорога называется Иртыш, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск. Р-254. Сожглись фонари там, где они есть. Далеко с левой стороны поселок Мирный. Эта дорога Иртыш связывает Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск.
Р-254. Направление в сторону кургана. Впереди по ходу Миасское. Миасское. Ну, поселение, наверное, Миасское, потому что Миас далеко остался сзади. Где-то радар стоит. Это заправка. Через 150 метров поверните направо. Не помню, что я остановился здесь. Правка «Газпром нефть». Трасса Иртыш, Р-254. Не помню. Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск. Слепой, нифига не вижу. По-моему, на границе Челябинской и Курганской области. Так, с правой стороны поселок Лесной. Озеро без названия. Слышишь?
левой стороны лесной массив, да и с правой тоже на карте. Быстро стемнело. Луна, что ли? Не могу понять. Да, луна. Справа озеро Соломатинка, справа, слева озеро Катай. С правой стороны населенный пункт Канашево. Но ведущему не нравится, по-моему, вот, место для ночевки на границе. В общем, определяемся с местом ночевки. С правой стороны параллельно идет железнодорожная ветка. Привязаться совершенно больше ни к чему. Но если только далеко впереди, с левой стороны озеро Камышное. Ну, быстро стемнело, а ехать еще можно. Ну, это спрашивал у дальнобойщиков, ну, те, кто постоянно, регулярно здесь двигается, ну, где можно остановиться. Обычно у дальнобойщиков, ну, определенные маршруты и передвижение на этих участках, передвигаясь по этим участкам, они хорошо знают инфраструктуру. Структуру. Так, с правой стороны железная дорога идет, впереди Каясан, населенный пункт. И больше пока... с левой стороны далеко населенный пункт Майка. Майка. Thank you.
Ну, справа недалеко. Поворот. Каясан. Трасса Р-254. Иртыш. Движение в сторону Новосибирска. Перегонщики, по-моему. Примерно около часа движения вот в темноте. Окружающего ландшафта не видно, только луна и дорога. Thank you.
Рава Алакуля. Реакция белки. Где-то стоит радар. С левой стороны Козино, деревенька и река Чумляк. Будем ее по мосту проезжать. С правой стороны также, напомню, железнодорожная ветка. С правой стороны озера Аринино, с левой стороны озера Воролиха. Ну, этот участок более такой, наверное, подробно описывал в видео Москва-Кемерово. Больше, к сожалению, привязаться не к чему. Вблизи ничего нет. 2 метра с правой стороны
Клюквенная, с левой стороны Медведовская деревеньки. Медведовская на берегу Медведовского озера. Трасса Р-254, Иртыш, движение в сторону Омска. Омск, Новосибирск, Кемерово. Темень, хоть глаз выколи. Какой-то конфликт произошел там. В основном движение в абсолютной темноте. И в молчании. Ну, наверное, сказывается усталость, накопившаяся за весь день. Трасса Иртыш, Р-254. Сзади Челябинск, впереди курган. Но это видео в полном, без ускорения, с оригинальным аудио. Это на втором аккаунте будет, но позже, наверное, гораздо позже, потому что большой объем видео скопился для первого аккаунта. Но уже скоро, совсем близко место для ночевки. Примерно 10 минут еще двигаться в такой темноте.
С правой стороны будет Шумиха. И вот вблизи этого населенного пункта остановимся на ночевку. Так, с левой стороны Каменная. С правой стороны не очень далеко Карандашево. Ну вот, показались огни. Вот где-то здесь сейчас будем искать место для ночевки.
тут что-то здесь. Недоволен я этим участком. Слишком много ехали в темноте. И заснять природу, ну, не получилось. Ну, тут будем крутиться по территории, выбирать себе место. Поменяем дислокацию. Место на карте называется «Автоланч». Магазин, кафе, заправка. Ну вот как-то так. До следующей серии.